хтось йде і вити нам життя. Світу, що сидить у темноті, світло засяяло, бо знай за цього творіння, прийняв на себе тіння долю всіх людей.
цю вічну славу всім жінках. Хто жив у віках прадавніх, хто ще повірить Богу, співаю так цю вічну славу всім ім'ям. Ім'я всіх найвище, ім'я всіх сильніше, ім'я, що вище над усе. Піди на землі все, піди все небесне. Щоб звернув на нас своє лице
дай нам свій мир, дарував нам свою милість. Проголошуй зараз ці слова в своє життя, на своїх дітей, на своїх внуків. Щоб ти мав добро і щоб жив добре на цій землі. Слава тобі, наш Господь.
наш заступник, Господь. Ти завжди поруч своєю присутністю, Господь. Де б ми не були, Боже, ти з нами, Господь. Ти благословляєш нас, наш вхід і вихід. І ми славимо тебе, твоє величне, святе ім'я. Амінь. Сьогодні проповідь моя має назву «Господні війни», російською «Війни Господа». І проповідувати я сьогодні буду російською, бо перегрів комп'ютера, і перегрів був в голові, под сонцем, поэтому перекладач Google дуже погано працював, тому буду говорити сьогодні російською. Але всі розуміють, всі розуміють. Слава Господу. Давайте помолимося коротко. Батько Небесний, ми дякуємо тобі. Дякуємо, що можемо, Господи, чути Твоє Слово. Говори до нас і допоможи нам, Господи, бути не тільки слухачами. Поможи нам, Господи, бути виконавцями Твого Слова. Нехай це Слово, воно змінює наше життя, а також змінює життя навколо нас. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Первое место, которое я хочу с вами прочитать, оно записано в книге «Перша книга Самуила» в российской, «Перша книга царств». «Перша книга Самуила», 25 раздел, 28 верша будем читать. Даже с 26 прочитаем. Здесь вообще, что это за история, кто это говорит? Это Авигея, будущая жена Давида, от которой родился царь Соломон. И то есть она, обращаясь к Давиду, вот такие вот слова говорит. «Тепер же, мій володарю, як живий Господь і як живий ти, нехай Господь збереже тебе, щоб не сталося пролиття крові і не допустить, щоб твої руки вчинили помсту. Нехай твої вороги, а також усі, котрі замишляють зло моєму володареві, уподібняться до навала. А тепер візьмі цей дар, який принесла твоя служниця моєму володарові, та віддай його слугам, котрі супроводжують мого володаря. Пробач, будь ласка, провину твоєї слугині, адже Господь неодмінно спорудить моєму володареві надійний дім, оскільки мій володар провадить Господні війни, і в тобі від народження відсутне зло». Амінь, слово Господнє. Надо немножко пояснення, тобто пояснення. Женщина, обращаясь к Давиду, просит его, чтобы он не отомстил глупому Навалу, который, на просьбу Давида сказал: «Да кто ты такой, я тебе помогать не буду». И его жена, она к нему обращается: «Помилуй, пожалуйста, пускай твоя рука не отомстит. Я знаю, я уверена, что Бог благословит твой дом». Не просто благословит. Она здесь говорит, это пророческое слово. Она говорит: «Бог сделает твой дом крепким». Он сделает твой дом крепким, а все твои враги, они все рассеятся. Твои враги будут такими же безумными, как тот Навал. А твой дом Бог благословит и сделает его крепким. И вот теперь самое важное. Это то, на что я хочу, чтобы мы обратили внимание. Потому что это будет прослеживаться в течение всей нашей проповеди. Твой дом будет крепкий.
Кто из нас не хочет, чтобы наш дом был крепким? Что такое крепкий дом? Это не просто стены крепкие. Потому что сегодня дома строят, чего попало. И, ну, как помните, про, кто помнит и сказки любил, нуф-нуф, наф-наф, и, да, то есть дома из разных материалов строят. И он говорит, твой дом не просто будет крепким таким, а дом – это прообраз вообще твоей жизни, семьи, то есть твой род, то есть ты, твои дети, твои внуки, твоя фамилия, твой род, он будет крепким. Бог будет оберегать, Бог будет благословлять, Бог будет защищать тебя и твою семью, и твой род. И вопрос, почему? Почему это будет? Это будет потому, что ты ведешь войны Господни. Он говорит, я знаю, что ты не просто воюешь, ты ведешь войны Господни. И поэтому твой дом будет крепким. И поэтому враги, которые будут на тебя наступать, они будут рассеяны. Потому что ты ведешь Господни войны. Это очень важно отметить. Мы будем за этим следить. Во втором Паралипоменоне рассказывается две главы. 34 и 35 посвящена его правнуку. То есть у Давида были сыновья, внуки, правнуки пошли. И Бог обещал, и он, как сказать, он свое слово сдержал. Бог сказал, что от твоего рода, от твоей крови будет царь всегда на престоле. Почему? Во-первых, потому что ты мне верный, ты по моему сердцу, и ты мои войны вел. У Бога есть войны, которые он ведет. Определенные войны, которые Господь хочет совершить на этой земле. И вот здесь говорится о его праправнуке, царе Иосии. То есть вся 34 и 35 глава посвящена этому царю. Если вы будете читать историю, вы обязательно дома прочитайте именно эти две главы. Вообще там рассказывается вся жизнь царя этого Иосии. Он считается, этот царь Иосии, он считается одним из самых-самых благочестивых царей, которые вообще были в истории Израиля. И вот все эти две главы мы читать не будем. Я вам сделаю как бы короткий экскурс в его жизнь. То есть две главы в течение одной минуты. Что там рассказывается в этих главах? Ну, вы дома перед домашней группой обязательно прочитайте. Смотрите, история царя Иосии. 8 лет он стал царем. То есть в 8-летнем возрасте он воцарился. Когда ему исполнилось 16 лет, парень начал искать Господа. То есть у него появилось желание, внутреннее желание узнать, кто такой Бог в 16 лет. В 20 лет он начал очищать Иудею от идолов, а уже в 26 лет начал работы по очищению храма. То есть в 26 лет он начал зачищать храм, потому что храм на то время был наполнен всякими идолами. Не поклонялись они только Богу Израилю, а всяким разным другим богам, божествам, и было куча разных верований. И вот в момент, когда храм приводился в порядок, когда его очищали, в стенах храма нашли книгу закона Моисеева, потому что до этого, то есть люди отказались и поклонялись кто кому хочет, как хочет, где хочет, с кем хочет, в общем, был полный, хаос, по-русски говорят, бардак, то есть в религиозной жизни. И тут, среди всего этого хлама, когда производилась очистка, нашли книгу закона, то есть Моисеева Пятикнижия. И когда эту книгу принесли к царю, открыли, и священник начал читать, то по мере того, когда читали эту книгу, царь начал плакать, царь начал, Библия говорит, что он разорвал свои одежды, и это так сильно его потрясло, то есть он узнал, какой есть Бог на самом деле.
То есть он увидел, он узнал, каким есть Бог, какой он есть святой, и что с его народом вот это все происходило, это не просто так. Это происходило по причине того, что народ отступил от Бога, о том, что они начали заниматься идолопоклонством, о том, что они начали грешить перед Богом, делать то, что нельзя было делать. И когда он все это осознал, как говорится, он взялся за голову, в каком ужасном запустении находилась вся страна, буквально вся страна. И он начал религиозные реформы, он начал очищение, он начал храм очищать, послал... А, что после этого произошло? Он, когда ему прочитали эту книгу, ну, знаете, как некоторые люди говорят, вот, и это было со мной, когда ты читаешь Библию, и ты понимаешь, что святая книга, но понять ты не можешь. После того, как он это все, ну, короче, начали ему читать, он послал к пророку. Пророку Адалмия, такая была женщина-пророчица, и он к ней послал и сказал, что мне делать? Пускай Бог мне ответит, что мне теперь делать. То есть я понимаю, что жил неправильно, понимаю, что люди, которые живут во мне, вокруг меня, живут неправильно, наши законы неправильные, наше устройство государства неправильно, наше жертвоприношение неправильно, что нам делать, как нам быть? И ему пророчица дает ответ. То есть Бог дает ответ этому молодому человеку. И вот что же ему ответил Господь? Мы это читаем в книгу Хроник, вторая книга Хроник, 34 глава. У нас сегодня есть что почитать. Вторая Хроник, 34 глава. Мы читаем с 26 стиха. То есть картина видна, да, то есть он нашел эту книгу, читает, посылает к пророку и говорит, что мне делать. И вот ответ, который получил молодой царь. «А иудейскому цареві, котрий вас послав запитати в Господа, передайте слова, які йому особисто говорить Господь, Бог Ізраїлю, про віщання, тобто пророчество, яке ти почув з книги здійсняться». Друзі, перше, що ми повинні розуміти, все, що сказано в цій книгі, все сповниться. Амінь? Амінь. «Оскільки ж твоє серце виявилося чутливим, і ти впокорився перед Богом, почувши, що я сказав про це місто та про його мешканців, ти покірно звернувся до мене, розідравши свої шати, тобто одяг, і навіть заплакав переді мною, то я почув тебе, говорить Господь. Тому я прилучу тебе до твоїх батьків, і ти зійдеш у твою гробницю з миром, аби твої очі не бачили усього того лиха, яке я спроваджу на місце це, на його мешканців. Коли вони передавали цареву таку відповідь, то цар послав, аби зібрати усіх старейшин Юдеї та Єрусалиму. Амінь, слово Господнє. Тобто, що Бог йому відповів? Що йому відповів Господь? Он йому сказав, за то, що ти... Когда услышал мое решение, когда ты услышал, узнал мою волю, а Бог сказал, если в своем слове, и он свое слово не поменял, Бог сказал, если вы будете заниматься идолопоклонством, если будете обращаться к колдунам, гадалкам, если будете приносить жертвы идолам, то я покараю вас. Некоторые люди думают, что дьявол там приходит в их жизнь. Бог говорит, нет, я. За ваше идолопоклонство, за ваши грехи, за ваше беззаконие я вас накажу. И когда царь услышал, что будет наказание, что этот город будет наказан, его жители будут наказаны, он начал просить у Бога прощения. Он смирился, написано, он смирился перед Богом. Он начал плакать, он начал взывать к Богу, смиренное сердце. И что мы слышим от Бога? Бог говорит, я увидел твое сердце.
Я увидел твои слезы. Я увидел твое смирение. И даже я сказал, что я разрушу, я покараю, но из-за того, что ты смирился, я отменю свое наказание. Я, когда читал это место, мне сразу же на мысль пришла история с Ниневией. Вы помните, когда Бог послал Иону, чтобы к Ниневии? И когда пророк пришел и сказал, еще сколько-то дней, и Ниневия будет разрушена. То есть Бог сказал, я разрушу этот город. Но что произошло? Первый царь, когда он это услышал, написано, что он свои одежды разодрал, что он в пост объявил, что он начал плакать перед Богом. Весь народ, весь город, все начали взывать к Богу. И что сделал Бог? Хотя он перед этим сказал, я вас покараю, я уничтожу этот город. Бог милосердный и сострадательный, и человеколюбивый. И написано, и я отменю то бедствие, о котором я сказал, что оно будет. В этой истории точно так же. Когда Бог увидел смиренное сердце Иосифа, когда он увидел его желание измениться, Бог сказал, я отменю свое решение. И что начал делать Иосиф? Ну, перед этим я хочу, чтобы вы как бы увидели картинку, нарисовать вам, как сказать, историческую справку дать и картинку нарисовать. Народ настолько совратился при Иосии, что они в храме приносили жертвы идолам, они построили высоты, ну, как Библия говорит, что в каждом селе, в каждом городе понастроили высоты, понасадили деревья, под этими деревьями приносили идолам жертвы. В общем, это было, как говорится, страшно, но помимо всего они смешали религию, то есть священники приносили жертвы, левиты, то есть это все настолько все смешалось. Ну, к примеру, ты захотел, священник, закон говорил, что жертву мог приносить только священник и только на месте, на котором указал Господь, то есть в храме. А они себе, я хочу у себя дома приносить храм. Ну, построю у себя дома жертвенник и прямо дома у себя буду жертвы приносить. То есть люди полностью извратили Божий закон, Божий заповеди, порядок, который Бог установил. Полностью все было уничтожено и, как говорится, стало с головы на ногу, а с ноги на голову. Так, Библия примерно так это описывает состояние. Что каждый делал то, что ему казалось правильным. И вот, первое, что сделал Иосия. Когда он получил слово от Господа, Иосиф с большой ревностью стал очищать землю от идолов. Мы читаем это вторая книга Царств. Давайте откроем. Вторая книга Царств, 23 глава. Вторая книга Царств, 23 глава. Из 24 стиха. Иосия, выкоренив також усіх чарівників та ворожбитів, знищив домашніх божків терафімів, усіх ідолів бованних, усі гидоти, які лише можна було побачити в Юдейському краї та в Єрусалімі. І Іосія прагнув виконати прописані в книгі слова закону, що знайшов священник Хілкія в Господньому храмі. До нього не було такого, як він, царя, котрий повернувся би до Господа всім своїм серцем і всією своєю душею та всією своєю силою, згідно з усім законом Мойсея. Та й після нього не було подібного йому. Амінь, слово Господнє. Иосия не просто запретил языческие культы. Библия говорит, что он это делал
ну, простите меня за это, за выражение, он это делал с особой жестокостью. Вот одно дело, когда, ну, например, там, к греху какому-то, беззаконию относятся, ну, как бы, ну, запрещают, этого нельзя делать. А другое дело, когда это, как говорится, искореняют или там вырывают на корню. Так вот, Иосия не просто очистил, ну, типа, убрал территорию, расчистил и все. Написано, что он также уничтожил и убил всех священников, которые этим занимались. Тобто он уничтожил всех и идолов, он уничтожил все рощи, повырубал все, все, что только напоминало о идолопоклонстве, о колдовстве, о ворожниче, о том, что делалось. Он все это уничтожил, но он также уничтожил тех, кто этим занимались. И делал это очень ревностно. Мы сегодня живем в таком мире, друзья, в котором, ну, очень часто слышится слово «толерантность». Ну, надо быть мягкими, ну, надо быть снисходительными. А вы знаете, Слово Божье, закон, ведь что сделал Иосия? Иосия вернулся к выполнению Божьего закона, того закона, благодаря которому существовал Израиль как государство, цари, то есть его воля как исполнялась. А вы знаете, что в законе Божьем было четкое указание и руководство, кого побивать камнями и в живых не оставлять? Богохульников. Тобто во времена царя Иосии, если человек сказал богохульство на имя Господа, то его не просто изолировали, в тюрьму посадили там, или еще что-то, его убивали. Просто брали камни и его побивали камнями. Если человек занимался колдовством и узнали, что он занимается колдовством, его не посылали на перевоспитание, его побивали камнями. Если узнавали, что человек занимается мужеложеством, гомосексуализм, мне молодежь говорит, пастор, говорите мягкие слова на этих людей. Но на то время мягкими словами к ним не говорили. Их сразу же побивали камнями. Никакой дискуссии, никакого толерантного отношения, чтобы написано «искоренить зло из Израиля». Даже чтобы люди боялись думать об этом, не то что это делать, а даже думать в этом направлении. Если человек похищал другого человека, за это побивали камнями. Так вот, то, что сделал Иосия, царь Иосия, он восстановил Божьи законы, которые были в Израиле, потому что Библия говорит, мой народ и отличается от других народов, потому что в нем нет этой мерзости. И люди, Израиль, они боялись Господа, боялись нарушить, боялись, чтобы что-либо плохое было, худое о имени Господа было сказано. Так они почитали Бога, что наш Бог святой, и вы народ святой, люди, взятые в удел, вы особенные. Представляете, когда он все это видел, Иосиф, мы сейчас говорим о Иосии, и когда все это творилось, что в его сердце происходило, с какой ревностью он все это делал. Потому что он понимал, что все беды, напасти, все проблемы, которые были в его царстве, это именно от того, что закон не соблюдался. И он это делал особенной ревностью. Давайте мы это еще раз прочитаем. Мы 19-20 стих, да? Секундочку, сейчас у меня тут. Угу. Это другая книга Царств, 23 раздел, читаем 14 и 16 вірш. Він порозбивав кам'яні стовпи, позрубував священні гаї та наповнив ті місця людськими кістками. Тобто,
Також і жертовник Бетелі та узвища, яке побудував Єровоам, син Навата, втягнувши цим Ізраїль у гріх, як сам жертвенник, так і капіща на узвищі. Він зруйнував, спалив узвища і стер на порах, спалив і священний гай Ашери. Оглянувшись, Іосія побачив на узгір'ї гроби. Тож він послав людей, які зібрали кості з тих гробів. Він спалив їх на жертовнику і таким чином осквернив його за Господнім словом, яке колись сказав Божий чоловік, провістивши ці події. І тепер 19-й вірш читаємо. Іосія, я так само, як у Бетелі, знищив усі капіща на узвищах усіх місцевостях Самарії, які супроводжували ізраїльські царі, виконуючи тим Господній гнів. Він знищив усіх жреців, котрі служили на узвищах і були там при жертовниках. Він спалив на них людські кісті, після чого повернувся в Єрусалім. Вау, я читаю, ну, то есть, как сказать, он, знаете, называется там «выжить щелочью», такое есть выражение. Тобто не просто, а щелочь, чтобы навіть кости этих жрецов он поспаливал, спалил. То есть до такого, можно так сказать, до, ну, это не крайность, это реальная жажда очиститься. Очиститься всей этой скверны, чтобы даже памяти не осталось. Чтобы даже если дети придут на могилу тех жрецов, даже нету и могилы. То есть он, как говорится, выжег на корню полностью. Вот так вот он боролся с идолопоклонством. Так он боролся с грехом, потому что знал, что именно эти грехи ввели Израиль в Божью немилость, и проблемы, и беда, и горе пришел на весь народ. После этого, после того, как он произвел очистку, кстати, хороший урок из этого можно взять. Друзья, почаще делайте дома уборку. То есть, когда он нашел эту книгу, кстати, почему, с чего все началось? Все началось с уборки. То когда он храм убирал, во время уборки нашлись нужные вещи. Ненужное надо выкидывать, а что-то нужное нашло. И посмотрите, как сильно изменилась жизнь. Поэтому делайте почаще уборку. Убирайте в своих вещах. Если у вас куча вещей ненужных, футболки мужские, брюки, пожалуйста, приносите нам вот сюда, на вахту, потому что у нас есть тюремное служение, и братья в тюрьме очень нужны. В одежде, в обуви. Поэтому делайте время от времени ревизию в ваших гардеробах. Глядишь и найдешь что-нибудь, да? Ценное. Оп, нашел ценное. Так, второе, что сделал царь. Он заключил для всего народа завет с Господом. После того, как произошла очистка, он собрал весь народ, и они заключили, обновили завет с Господом. То есть народ пообещал, что он теперь будет слушать Господа, что они жили неправильно, а теперь они обещают: «Господи, мы понимаем, что мы жили неправильно». Теперь с этого времени, с этого момента, когда мы поняли, услышали, мы теперь обещаем жить по твоему закону. И они заключили завет. Третье, что после произошло, они совершили Пасху. Тобто до этого времени написано, что 16 поколений, 16 царей, и все эти цари, они все отвергали Господа, и они были страшные грешники, и не праздновалась Пасха Господня. И когда они также прочитали закон Иосия, он сказал: «Вау, мы не соблюдаем Пасху». То есть мы самого главного, самого важного, что является основанием. Знаете, в нашей жизни духовной есть, ну как это называется, такие камни, как основание нашей веры, нашей преданности Господу. И он говорит: почему Пасху надо праздновать? Да потому что это напоминает нам, что мы были рабами. Пасха – это напоминание того, что они были рабами в Египте, и только по Божьей милости, Божьим чудом они были спасены, и Бог им даровал эту прекрасную землю, на которой сегодня они живут. А люди об этом забыли. Они думали, что они сами здесь, сами себе хозяева, сами господули. Нет, ты был рабом. И Пасха напоминает об этом. Пасха напоминает о том, что Бог их спас, что Он даровал им эту землю, что Он даровал им эту жизнь, что они особенный его народ.
они начали праздновать Пасху. И Библия говорит, что такого празднику, как сделал Иосиф, Иосия, не было со времен пророка Самуила. То есть только в те времена, когда был пророк Самуил, так торжественно и величественно этот праздник отмечался. Ну и последнее, что сделал царь Иосии, он пожертвовал огромную сумму. То есть он, как сегодня брат наш Василий говорил, как Владимир, он жертвовал, он очень щедро жертвовал на Божий храм и на дело Божье. Вот такой замечательный царь Иосии. Ну, знаете, что всему в свое время. Вот время проходит, мы прочитали такой выдающийся, он сделал такую реформу, то есть он восстановил, его еще называют великий реформатор, потому что именно при царе Иосии Бог восстановил служение в храме, восстановилась вот эта череда левитов, священников, произошла реформация полная в религиозной жизни. Все замечательно. Государство начало процветать, люди стали богатеть, люди стали жить, ну, Бог свою милость на народ обратил. То есть от врагов внешних защитил, внутренне, как мы читаем, урожаи пошли, то есть посылал дождь, благословлял, и все, и жизнь, как говорится, наладилась, и стало им так хорошо жить, как в сказке, да, рассказывают там, и все, и стали жить, и вот проходят годы. Теперь ему уже 39 лет, история продолжается. Теперь уже Иосифу 39 лет, он уже, то есть это как бы расцвет сил, то есть 40 лет мужчина, да, у него все классно, его все любят, его все уважают, он навел в стране порядок, все в достатке, то есть живи, как говорится, и радуйся, и прославляй Бога. И в этот момент он слышит весть, что египетский фараон Нехао вышел войной против Вавилона. И вот казалось бы, какое тебе, вот тебе, царю Израиля, ты царь Израиля, Бог тебя благословил, Он дарует тебе устройство, защиту, охрану от всех твоих врагов, которые рядышком с тобой находятся. Какое тебе дело до египетского фараона, до Вавилона, до Ассирии? Какое тебе дело? Ты живи и делай то, что тебе надо. Нет, ведь ты уже... Как это? Ты уже мужчина в расцвете сил. Тебе еще хочется и где-то там, ну, типа, показать себя. То есть здесь ты себя уже показал, здесь ты уже состоялся. Теперь тебе надо еще повоевать и там, ну, там, показать себя там. И что мы читаем об этой истории? Друзья, это настолько потрясающая история, вы поймете, к чему все это идет. Давайте мы читаем 2 книга Хроник, 35 глава. Хроник, 2 книга Хроник, 35 глава. 35 с 21 стиха. И читаем, да? Друга книга Хронік, 35 розділ, 21 вірш. Нехо послав до нього послів з такими словами. То есть это этот фараон. То есть Иосиф ему навстречу вышел со своим войском, а фараон ему пишет. «Що мені до тебе, юдейський царю? Адже зараз я вирушив не проти тебе, а проти тих, з ким я в стані війни». Ви пам'ятаєте, що моя проповідь має названня «Войни Господні»? Да? Тобто фараон йому, як говорить, прямим текстом йому прямо говорить: «Чого ти лезеш? Що тобі до мене? У мене війна, я воюю, але я не проти тебе воюю. Бог мені звелів поспішати. Ти ж не протидій Богові, котрий зі мною, щоб часом він тебе не знищив». Друзі, от ви коли будете розбирати, ми на домашній групі цю проповідь будемо розбирати, пожалуйста, обратіть увагу,
что Бог к благочестивому царю говорит через неверующего, ну, в смысле неверующего, то есть не священник, это не пророк, это царь с языческой страны. Но Бог иногда использует и ослицу наветь, чтобы нам проговорить, когда мы уже где-то, как говорится, забредаем не на ту территорию, когда мы уже начинаем смотреть не в том направлении, когда мы начинаем мыслить уже не Божьими категориями, Бог иногда использует совершенно даже неверующих людей и говорит, это ты. Знаете, иногда нам, как верующим, мы слышим такие слова, это ты верующий, это ты так делаешь? Знаете, иногда это Бог так говорит через людей. Да? Да, ведь через неверующих. И он здесь через этого неверующего царя говорит ему. Але Иосия не відступив від нього, а переодягнувся, аби з ним виступити в бій. Він не звернув уваги на Нехо, на слова Неха, що походили від Бога. І розпочав битву в долині Мегіддо. Цар Іосія був поранений стрілами лучників і сказав своїм слугам, винесіть мені звідси, бо я тяжко поранений. Тож його слуги зняли його з бойової колесниці, поклали його на іншу колесницю, яка також належала йому, і повезли його до Єрусалиму, де він помер і був похований у гробниці своїх батьків. Уся Іудея та Єрусалим оплакували Іосію. Хочу сказати, вау! Вау! Какая печальная, трагическая история! Ну, перед тем, как мы сейчас перейдем к анализу, к разборке этой истории, я хочу вам очень важные вещи напомнить. Во-первых, прежде чем мы вообще делаем какие-то, как это, выставки, да, правильное слово, мы должны, во-первых, помнить всегда первое, когда мы читаем Библию, когда мы какие-то решения принимаем, когда мы о чем-то, ну, имеем свое мнение, первое, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Бог никогда не ошибается, друзья. Вы должны это понимать. Поэтому всякий раз, когда мы какие-то истории рассматриваем, о чем-либо размышляем, мы должны понимать, Бог есть свет, Бог есть истина, Он справедлив, Он милостив и Он праведен в своих решениях. Аминь. Это всегда. То есть не бывает такая, ну а вот в этой ситуации Он не прав. Или там, а вот в этой ситуации он не милостив, не милосердно отнесся. Бог всегда милосерден, аминь, скажите. Он всегда милостив, он всегда праведен и он всегда справедлив. В этой истории точно так же. Второе, что мы должны помнить, Библия – это собрание книг, в которых есть слова Бога. В Библии есть слова людей. Помните, это же в Библии сказано, «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Но ведь это же не есть истина, да? То есть это записано, что безумные люди могут такое говорить. В Библии также есть слова дьявола. Ну, не в смысле, что это к исполнению надо. Но там написано, что когда дьявол пришел, да, перед Богом, книги его мы читаем, и когда он говорил. То есть тут записаны эти слова, да? Слова людей, слова дьявола есть. Конечно же, тут есть Божие откровение. В Библии описываются поступки и решения, но им не всегда дается оценка со стороны Бога. Вот что очень важно понимать. То есть мы очень много историй читаем, та же история с царем Давидом, когда рассказывается о его согрешении, о его грехе с Версавией. Там не дается многие вещи, которые мы читаем, остается на наше решение, как мы, люди, на это смотрим. Не всем решениям и не всем поступкам Бог дает оценку в Библии. Есть вещи, которые Он оставляет на наше размышление. Еще одно. Чтобы понять Библию и увидеть полную картину, нам нужно сопоставлять написанное в других местах. Чтобы понять в Библии
какую-то историю, какой-то факт, нам надо сравнивать его, то, что было вверху, то, что было внизу, и то, что во всей книге. Как мой любимый учитель в семинарии Сергей Леонидович Флюгрант, он говорит, смотри контекст всегда. Смотрите контекст. И последнее. В 1 Коринфянам, 10 розділ, 11 вірш, сказано так. «Це сталося з ними як прообраз, і записано як пересторога для нас, до яких настав кінець віків». Тобто все, що в Біблії написано, для нас має значення, тому що це як прообрази і уроки для нас. Тому коли ми читаємо історії людей, от того ж царя Іосифа, яку ми сьогодні розбираємо, це прообраз і уроки для нас. Якщо це відбувалося з ним, то, вероятно, це може і з нами така історія відбувати. Тобто, чоловік може бути в начале своего жизненного пути очень сильно Господа полюбил, как и многие из нас. Многие, которые приходят к Богу, а тем более, если они получили, например, освобождение от алкогольной, наркотической зависимости, или в тюрьме Бог человека коснулся, и его жизнь круто изменилась, то есть был не тем, а тут он стал служителем. Его начали уважать, его начали почитать. Он достиг какого-то авторитета, какого-то положения в церкви, в обществе даже. И человек уже достиг чего-то. Помните, как в этом у Абариуса, Гинтаса Абариуса, есть такое в песне, говорит, вот я, достигший славы рано, то есть уже 40, уже годам, там, у тебя уже все, и семья появилась, и работа хорошая. Потому что с Богом это все реально, друзья. То есть с Богом, если человек искренне полюбил Бога, искренне за Ним пошел, раскаялся, начал служить, начал делать для Бога, начал вести Его войны, Его войны, Господни, то Бог благословляет жизнь человека. И вот, достигший определенного положения, мы можем попасть в подобную ситуацию, как это было, потому что это же история о нас с вами. История царя Иосифа, Иосии – это урок и наставление для нас, прообраз, что и мы можем в какой-то период своей жизни начать ту войну, которая нам не принадлежит, начать делать то, что мы, как верующие, не должны делать. Итак, поразмышляем немножко. Иосия из-за опасений, за целостность. Я думаю, что произошло. Но это как моя. Я читал много исследований, там много разных есть теорий. То есть одна из теорий говорит, что он опасался за свое территорию, государство. То есть он думал таким образом. Он думал, ага, если египетский царь, он победит вавилонского царя, а они потом с ассирийским царем объединятся, которые постоянно нашими типа врагами были, они смогут на нас напасть. То есть у него в голове было как бы, ну, по логике, да, ну, как политически, как бы он, может, и думал так, может, он переживал за свое, как влияние или положение, и думал, ну, люди на меня смотрят, а что я не такие великие войны, такие победы не одерживаю, может, и, а вдруг в моем величии засомневаются. То есть иногда люди так думают, если я не буду совершать постоянно каких-то подвигов, он начнет сомневаться, а может, он еще такой крутой, он лидер, там, не такой уж он крутой царь, если он победы такие не одерживает. Да? И он из-за этого мог идти туда. То есть разные могли быть причины, но смысл заключается в том, и что важно для нас было понять, что когда он не послушался того, что ему проговорил Бог, он погиб. Что бы он там себе ни думал, была страшная катастрофа. Катастрофа была не просто для самого даже царя, потому что понятно, что он погиб, то есть он погиб, но у всего есть последствия. Во-первых, смерть Иосии оказалась настолько, ну,
это фатальный такой для всего Израиля, для вообще религиозной жизни. Потому что так, как он проводил реформы, так, как он ревновал о Боге, уже никто после него не мог ревновать. И Израиль, он скатился в страшное, после его смерти, опять Израиль скатился в страшное язычество, в идолопоклонство. Мы об этом поговорим. Его сын Иоаким, только вдумайтесь, это, я когда это читаю, может быть, вы знаете эту историю, но я честно скажу, что я только вот, когда готовился к этой проповеди, об этом узнал. Представляете, сам царь, вот папа, да, он когда эту книгу нашел, у него трепет такой, ну, перед ним, да, как он к Богу начал поклоняться, как он осознал все, как он изменился. А теперь его сын, это далеко, его сын, когда он взял эту книгу, знаете, что начал делать? Когда он начал читать эту книгу, он начал вырывать страницы и кидать в огонь. Вот читайте эту историю. То есть это прямая приполость. Написано, что он читал, и когда он читал Божьи законы, он вырывал страницы книги и сжигал их в огне. И так он сжег всю книгу, ну, весь Божий закон. Почему он его сжег? Один трепетал и изменял, а второй говорил, а я так не хочу жить. Мне этот закон не нужен. И что с ним произошло? Этот Иоаким стал рабом, то есть его поработили. Фараон действительно пришел, поработил его, и они стали вассалами. То есть при нем, при Иоакиме, Израиль уже стал, короче, рабом Египта. А его, и его убили там. А второй, младший сын, царь Сидекия. Почему я говорю, что это такая очень, ну, какая-то широкая история, всего за короткую проповедь не расскажешь. Просто знаете, что у всех наших действий есть последствия. То есть первый сын, старший сын, погиб, стал рабом, государство было завоевано. Его младший сын после смерти такой Сидекия, это вообще страшно сказать, его детей при нем, то есть его тоже захватили в рабство, его детей при нем всех убили, каждого сына закололи, и только после того, как он увидел все своими глазами, как его детей, представляете, твои детки стоят перед тобой, и тот, который тебя завоевал, царь, он на твоих глазах твоих детей заколол ножом, и они все лежат, я красочно говорю, чтобы вы имели представление последствия. А после того, как он увидел своими глазами, как каждого ребенка его убили, ему глаза выкололи. Ему выкололи глаза и отвели его в рабы, чтобы он с этим жил. Это, я говорю, что мы иногда думаем, что у наших решений, да Бог же милосердный, он же как-нибудь оно будет, ну как-то, ну неужели Бог, знаете, Бог в своем слове верен, что посеет человек, то и пожнет. Я хочу, чтобы мы разобрали сейчас эту историю, чтобы в нашей жизни, упаси, говорится, Господи, чтобы не произошло чего-либо подобного с нами. В чем была ошибка царя Иосии? Первая его ошибка заключалась в том, что не все войны, которые мы воюем, это войны Господни. Да, Бог сказал, и мы это читаем, как это было с Давидом, это было сказано Давиду. Когда Давид выходил против филистимлянина, против Голиафа, слова, которые он сказал, «Это битва Господня, что ибо...» Вот читаем, да, 1 Царь, 17 глава. «Тогда все собрание узнает, что Господь не спасает мечом и копьем, ибо война Господня». Потому что Давид четко знал, против кого Бог сказал воевать. Бог сказал воевать против филистимлян. Просто буквально сказано, эти народы, аммонитяне, мавитяне, они должны быть уничтожены. Вечная война написана у Господа с этим народом. Потому что они враги Израиля. И поэтому против них надо воевать. И я, если ты будешь воевать против этих народов, или как прообраз, против этих грехов, против этих вещей, я с тобой буду, это потому что моя война. Это даже не твоя, это моя. И поэтому ни мечом, ни силою, навіть камушком ты вышел этого филистимлянина победил. Почему Давид победил этого филистимлянина? Ответ.
Ну почему? Потому что это не он бросал, это не его война была. Это война была Господа, это Господь воевал против филистимлян. И когда человек выполнял Божью волю, воевал войной Божью, то сам Бог за него воевал. Но когда Иосия вышел воевать против Египта, Бог нигде не говорил, чтобы Израиль воевал против египтян. Нигде. Он не говорил, больше того, он говорил, раб мой, и Египет, потому что с Египтом было связано много библейских историй, и сам Господь был наш там, на той территории. И многие вещи, которые были связаны с Египтом. Так что он пошел туда, куда его Господь точно не посылал. Более того, это нарушало Божью волю, Божьи планы и Божий замысел. Всякий раз, когда мы вмешиваемся в то, в что нас Бог не просит вмешиваться, мы можем получить по рукам. Всякий раз, когда верующие ввязываются в войны, которые им Бог не поручал воевать, они получают по рукам. Это равносильно, как ввязались бы, к примеру, там, во времена Гитлера, не знаем мы это, да, ну, это же уже история, об этом можно уже говорить. То есть во времена Гитлера и верующие, например, там, верующие, который ходит в церковь, в немецкую церковь там, и он слышит призыв о том, что надо уничтожать коммунизм. Коммунизм – это, короче, страшная сила, это чума там 20-го, чи 19-го какого-то века был, 20-го. Коммунизм – страшная чума, коммунизм надо уничтожать, и вот он станет под знамена Рейха, верующий человек, и будет воевать против коммунизма. Вроде бы идея хорошая, а с другой стороны – в Советском Союзе верующий станет воевать против коричневой чумы. Это не наша война, друзья. Это не война верующих воевать против коммунизма або против фашизма. Вы слышите, о чем я сейчас вам говорю? Есть войны, которые воюет Египет с Ассирией. Тебе-то что до этой войны? Эти державы, эти страны всегда, сколько существует история человечества, эти войны ведутся. Но говорил ли Бог нам участвовать в этих войнах? Говорит ли Он нам сегодня участвовать в этих войнах? Я знаю, за какую войну говорит Господь. Война, где Он вмешивается и воюет на нашей стороне, это война за души человеческие. Когда ты идешь и спасаешь тот, который взятый на смерть, как написано, рятуй тех, кого ведут на смерть. Это война. Это война за души погибающих людей. И тогда Бог говорит, 100% буду с тобою. Защиту тебе дам. Покров тебе дам. Устройство тебе дам. Все дам, потому что это моя война. Но наша война не против крови и плоти, друзья. Так тоже написано в Библии. Вы помните это место? Наша брань не против крови и плоти, а против чего? Против сил поднебесных, против дьявола, против его армии, против этого верующие должны воевать. Поэтому первый урок, который мы должны взять, чтобы иметь твердый дом, как здесь написано в начале, чтобы иметь защиту, иметь благословение, иметь устройство в своей семье, в своем роде, ты должен воевать на Божьей стороне, ты должен вести Господни войны. Второй урок, который надо взять. Я недаром сказал, что обратили вы на это внимание. Как только он прикоснулся к Священному Писанию, как только ему начались открываться, как говорится, Божьи истины, первым делом, что он сделал, царь Иосия, он пошел к пророку. Он пошел к пророку и сказал, что теперь мне делать. Как только он узнал о том, что Бог святой, что есть Божьи заповеди, есть Божьи законы, первое, что он сделал, он побежал сразу узнать Божью волю. Господи, что мне делать? Как мне быть? А когда он услышал, что идет фараон, что он сделал? Кому он побежал советоваться? Да зачем мне уже советы нужны? Я уже 10 лет в церкви. Мы сами с усами. Нам еще спрашивать там, что я буду обременять того пастора, постоянно у него спрашивать, жениться мне, не жениться, сам решаю, устраиваться мне на эту работу или нет. Я уже сам взрослый, мне уже 40 лет, я уже самостоятельный. Зачем мне лишний раз тревожить, зачем мне лишний раз к тем пророкам обращаться, делать мне это или не делать? Я уже достаточно зрелый христианин.
Так думал царь, и это была фатальная ошибка. Потому что Господь ему бы проговорил, если он проговорил ему через фараона неверующего, то уж 100% он бы проговорил через пророка. Тем более у него пророк, величайший пророк Иеремия, у него жил прямо под домом. Можно так сказать, далеко ходить не надо. Трубку поднял и позвонил пастору. Вот так вот, ну как образно сказать. Вообще рядом, написано, Иеремия жил при царском дворе. Он рядом с ним был. Величайший пророк того времени. Давайте откроем книгу Иеремии. Иеремия. Иеремия, 5 раздел, 4-5 вирш. Читаем. То вы понимаете, да, что он жил рядом с ним. Иеремия был призван Богом в 13-й год царствования Иосифа. То есть в 20-й, когда Иосиф уже исполнилось 21 год, то есть вот как бы начало всех реформ, всего с ним рядом жил Божий пророк. И вот, читаем. Иеремия, 5 раздел, 4 верша. Это говорит этот пророк. «Мешканці Єрусалиму, юсі, що заселяють у Юдею, обріжте крайню плоть вашого серця». Почему крайню плоть? Он здесь говорит, что вы внешне все сделали правильно. Поочищали храмы, начали совершать там праздники, в церковь начали ходить. То есть внешне все как, ну, типа, уже на вас посмотришь, вау, как они живут. О, какие верующие стали. То есть, да, как можно посмотреть на людей. Все у них как бы все нормально наладилось. Все у них хорошо. «Обрізуйтесь заради Господа, щоб не запалав мій гнів, як вогонь, і не вибухнув пожежею через ваші злочини, бо тоді не буде кому його погасити. Оповістіть Юдею і проголосіть у Єрусалимі, скажіть трубіть трубою в усі крайні і волайте за повний голос, говорячи, збираємось і поспішаємо в укріплені міста». Амінь. Це одне місце, яке ми читаємо. І тепер Єремія, 7 розділ. 7 розділ, 4 вірш. «Не покладайтесь на оманливі слова, говорячи, тут храм Господній, тут храм Господній, храм Господній». Почему это пророк говорил? То есть тот пророк, который жил рядом с ним, он говорил очень глубоких вещах. Потому что люди начали уже так себя вести, что типа, если я живу при храме, если я при церкви, если я член церкви, то все будет нормально. То мне уже не надо всякий раз к Богу обращаться, мне не надо уже сердце свое. Это, да, может быть, в начале, да. Это в начале, как бы, да, я разрывал сердце, всякий раз спрашивал у Господа, что мне делать. А я уже все, уже, я уже нормальный, уже все. Мне уже не надо всякий раз до Бога взывать, так, ну, рыдать, все. И это было состояние народа, и это было состояние царя. Потому что от него все это исходило. То есть пришел тот момент, когда он перестал полностью возлагать свою надежду на Господа. Он уже перестал надеяться, что только от Бога защита. Он уже пошел сам воевать, и я сам могу же воевать. Мне уже даже Божьего подтверждения не надо. Мне уже Божьей защиты не надо, бо я уверен, что здесь храм Господень. Я уверен в том, что я буду делать. Бог сказал, что Он всегда будет со мною. Куда бы я ни пошел. Знаете, как сегодня многие верующие живут? Вот слово в слово. Они говорят, всякое место, куда не ступит моя нога, будет мне принадлежать Бог со мною. И мне хочется спросить, парень, ты что? Как ты такой, как ты, ну, да, людям это приятно, так хочется жить. Хочется жить и хочется верить, чтобы куда бы я ни поехал, поеду ли я в Америку, поеду ли я на Филиппины, куда бы я ни пошел, везде Господь меня сопровождать будет, и Он будет со мной. Да нет, друзья, не везде с вами Господь. Господь с вами, если вы с Ним. Господь с вами, если вы Его войны ведете. Господь с вами, если вы Его путем идете.
90-й псалом, что Бог будет хранить где? На всех путях чьих? Там нет, он будет хранить на всех путях чьих? Твоих. Потому что есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – это путь к смерти. Это произошло в жизни Иосии. Ему показалось, что это путь. Ему показалось. Он так представил. Просто он уже так хорошо жил, что он уже перестал нуждаться в Боге. Беда многих верующих, что они уже до такой степени самостоятельными стали, самонадеянными стали, что им уже не надо подтверждения от Бога, подтверждения от церкви, подтверждения от пастора, подтверждения от духовных братьев. Они сами уже начали принимать решения, сами уже начали делать какие-то выводы свои и все. Потому что они думают, что с нами Господь. А куда Он денется, некоторые? Он же пообещал, куда Он денется. Думать так – это уже грех. Помышлять о том, что Бог всегда в любых условиях будет тебя благословлять и защищать, что бы ты ни делал, это уже грех. Я хочу закончить место сегодня нашего размышления. Притча, 3 глава, 5-6 стих. «Усім своїм серцем довірся Господові і не покладайся на власний розум. Пам'ятай про нього на всіх своїх дорогах, і він вирівнює твої стежки». Амінь, слово Господнє. Давайте ми станемо, помолимось, подякуємо Господу. Батько Небесний, ми дякуємо тобі за це служіння, дякуємо тобі за це слово. Дякуємо, що ти милосердний, довготерпеливий та праведний у всіх своїх вчинках. Господи, допоможи нам розуміти, Господи, твою волю до нас. Господи, допоможи нам воювати на твоїй війні, виконувати твою волю, прославляти твоє ім'я, розповсюджувати Твоє царство. Збережи нас, Господи, від самонадіяності, Господи. Збережи нас, Господи, від безрозсудних, від глупих вчинків, Господи. Допоможи нам, Господи, Тебе шукати, надію свою на Тебе покладати в усьому. І в великих, Господи, грішеннях, і в маленьких, у всьому, Господи, на Тебе покладати свою надію. Бо Ти наш Господь, Ти наш Спаситель, Ти наш Бог. Тобі нехай буде слава, честь, хвала і подяка. Отець, Син та Дух Святий. Амінь. Амінь.